Перед началом ролика не могу не упомянуть о своем генеральном спонсоре Фанпей, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и доступный ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня 1 апреля стартанул праздник Сад Чудес. Его тоже немножко переработали, добавили новые награды, добавили босса интересного, которого нужно призывать. И давайте обо всем по порядку зайду на персонажа, которым ничего не делал абсолютно, на 2 ДК. Место проведения – Элвинский лес или Дуратар. Если мы почекаем какие-либо новинки, то увидим то, что у торговца появился питомец, а именно милый утенок. Покупается он за 250 праздничных шоколадных яиц. Придется, да, немножко постоять и покликать по шоколадным яйцам с целью того, чтобы получить нового замечательного питомца. Также имеется квестлайн, который подведет нас к новому рарнику, которого добавили именно в этом году. Потихоньку делаем квесты, летаем, и нас направят к большому утиному гнезду. Там мы получим игрушку, пройдя квестлайн, и также мы имеем право на призыв этого рарника. Также мы еще и получим ачивочку. Суть рарника в том, то, что мы должны притащить золотое яйцо в это гнездо. Либо мы, либо какой-то другой игрок, который находится в нашем слою. И когда яичко имеется в гнезде, приходит рарник, обычно, но иногда может багнуться. С этого рарника падает квест -итом. И по этому квест мы получаем контейнер. С самого босса, а также с контейнера, мы можем получить нового маунта. А именно, ковер самолет. Попробую найти его. А вот и он. Чудесный ковер самолет. Я немножко хочу подобузить. Я найду заранее собранную группу которые просто-напросто расшаривают квест по новому празднику. Окей, ищем еще другую группу. Замечательно, как только пригласили, шарнули квест. Сдаем квест, лутаем заполненную добычей корзину и молимся на маунта. Маунта мы, конечно, не получили. Также с этого контейнера, с этой корзинки, можно получить новый сет. Если мы откроем вкладку модели, то вот бирюзовая коллекция весеннего торжества. По факту принцип праздника не поменялся. Мы также добываем шоколадные яйца с целью того, чтобы купить какие-то разные товары, новые товары. Мы можем поделать различные квестики. И плюс у нас появился рарник, которого мы киляем ежедневно, по которому мы делаем квест. И молимся на то, чтобы нам выпал маунт. Получается как-то так. Маунт является на текущий момент самой ценной добычей. И шанс его получения крайне мал. Быть может... В ближайшие дни шанс повысится, на что я очень сильно надеюсь. Потому что люди уже 20 персонажами и убили этого босса, и квестик сделали, и ничего им не выпало. Ни о ком маунте вообще речи просто-напросто идти не может, им просто ничего не выпало. А кто-то одним персом все получил, так что Удачи вам в этом нелегком деле. Всех благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!